Завершилось голосование по выбору территории для благоустройства в 2022 году. В нем приняло участие более 18 тысяч жителей Калмыкии. Глава республики Батухасиков поблагодарил всех за участие и неравнодушие. Отдельно он отметил работу волонтеров, которые информировали население и рассказывали о проектах. «Своим голосом вы внесли значимый вклад в развитие Калмыкии. Мы вместе стремимся к тому, чтобы сделать комфортным каждый уголок нашей республики», подчеркнул руководитель региона. Итак, в 2022 году будут благоустроены площадь имени Гахаева в Городовиковске, парки в Лагане, Кибурули, Киченерах и Тундутово, а также детская игровая площадка в Ешалте. В Элисте наибольшее число голосов набрал парк «Молодежный». Состоялось заседание общественной комиссии города Элисте, на котором были подведены итоги, утверждены итоги этого голосования. И парк «Молодежный» у нас, получается, будет обустраиваться в следующем году в рамках этого федеральной программы «Комфортная городская среда». Пока у нас же только там эскиз проект был, сейчас будет изготавливаться проектно-сметная документация, которая уже в конечном итоге будет определена эта сумма, которая будет затрачена на благоустройство этой территории.